Итак, значит, рассмотрим урок из трех частей. Состоит композиция. Первая часть – это скрипка. Первая скрипка, вторая – гобой, зебра, вокал и космический пад. Вот. Вторая часть добавляется две рояли. Ну, как бы она одна, только с двух паттернов. Еще два органа. Так. Два органа, синтезатор зебра с другой мелодией. В третьей части остается первая скрипка. Добавляется скрипка спиката, другая мелодия рояля. Она же моделируется потом вместе с другими инструментами. Также смычки, звук смычков. Синтезатор и бас. Ну, остальные мелочи это уже по ходу дела будут известно. Так, для начала прослушаем первую часть трека. Так, значит, первая часть закончилась. Рассмотрим сначала первую скрипку. Первая скрипка это у нас фирма от Native, называется String Ensemble. Обработка. Это лексикон, ревербератор, концертный холл, большой холл здесь выбираете. 65% микса. Я специально делаю микс больше, потому что у нас все-таки тематика музыки это космос. Здесь нужен большой объем, большая динамика. И именно переход на полтон вверх в ноту ми, это именно из ре диеза ми, это как бы дополняет саму вот эту мелодию, ну то есть тему космоса. То есть когда мы сейчас прослушаем, ну потом уже это вместе со всеми инструментами.
То есть здесь как бы лучше играть все-таки секундами, нежели, например, терциями. Второй инструмент, то есть вторая скрипка. Скрипка номер два — это Cinesample Science String Core. Обработка точно такая же. Лексикон, большой холл, концертный, значит, холл 65%. Здесь, ну, это опять же на любителя. Здесь я понизил в районе 2,5 Гц. Третий инструмент у нас идет гобой. Так, откроем сейчас гобой. Включим. Можно послушать его отдельно. Фирма гобоя — это Orchestra Tools, Берлин. Деревянные духовые инструменты. Здесь тот же самый холл, то есть при нуле, например, он будет слишком сильно выделяться из трека, опять же учитывая то, что трек с тематикой космоса, приходится его глушить немножко. Все вот эти вот четыре инструмента, они дублируются, то есть везде одни и те же ноты. Теперь добавим зебру. Так. Синтезатор зебра — это у нас пресет Ханса Циммера. То есть послушаем его отдельно. Вот. Опять же, ноты те же, как и всех других инструментов. Ну вот, в принципе, первая часть звучит так, да, как бы опять основываясь на космосе. Чего-то не хватает, да, естественно, всю тему эту вытягивает вокал женский и плюс космический пад. Сейчас включим вокал отдельно. Вокал у нас — это библиотека Sounder On, Voice of Gay, Strafberry. Все это будет у вас, естественно, в текстовом документе вместе с уроком. Потом скачаете, посмотрите. То есть вот женский вокал.
Так, стоп. Сто процентов микса, все учитывается, опять же, на том, то что трек, значит, 100% микса, потому что, опять же, вокал у нас будет тогда выделяться из трека, а мы должны его посадить в микс. Ну, естественно, это не значит то, что это строгие правила, то, что вы должны опять же скачивать такие же строгие инструменты и ставить именно лексикон. Ну, можно, конечно, другой ревербератор или этот же. И опять же ставить 100, потому что я ставлю 100. Это просто обычные примеры того, как я работаю именно со звуком, как я работаю с инструментами. То есть это уже ваше дело, как вы будете сводить там трек или мастерить его. Или, я не знаю, какие будете звуки использовать. Так, теперь послушаем это все вместе, пока без органа и пока без пада, потому что до пада мы еще не доходили. Что я говорил, то что эти секунды идут. Тогда здесь у нас уже играется валторн с питчем. До нее сейчас мы дойдем после пада. То есть включаем пад. Пад — это у нас фирмы, сейчас опять скажу вам, Deep Data Loops, Space Pads. Здесь большинство различных звуков есть для космоса. Если вы, например, хотите какой-нибудь трек написать, то есть у меня Ре играет в данном инструменте. Тут есть различные другие звуки. Так, значит, прослушаем через падом. Саб-эффект. Саб-эффект. Это библиотека 8DO Hybrid Tools 2. Здесь различные есть звуки, гибридные звуки, rise эффекты. Ну, короче, все для трейлеров. Мега трубы тут есть. Мега валторны, то есть. Ну и осталось добавить только орган. Кстати, орган я тут использовал. Так, значит, остался у нас орган. Орган у нас играет такими не совсем сильно отрывистыми стаккато. Он придает ритм треку. Сейчас мы включим. Сорок 4% микса, тот же лексикон.
у нас фирмы, значит, Simplifonics Town Hall Organ. Данный орган имеет 6 пресетов. Сейчас я подберусь к клавиатуре. Мы использовали второй пресет. Первый пресет. Первый, вот, в принципе, для такой музыки подойдет второй пресет. Пятый. В пятом бас хороший. Возможно, еще четвертый. Сейчас мы посмотрим. В первом пресете такой более глухой звук. В втором пресете, на котором у нас основан трек. Третий пресет. И пятый, кстати, пресет подойдет для верхнего регистра, если у вас уже, например, трек заканчивается, то есть играет вся основная тема, там ударные, скрипки, духовые, медные, деревянные, ну все, короче, все, что вы уже хотели использовать, и где-нибудь сверху. Шестой пресет, я не знаю, где его использовать. Без понятия просто. Рекламу озвучить какую-нибудь. Так, значит, оставляем второй пресет. Оставляем второй пресет. Так. У нас тема подходит как раз сейчас к валторну, которые питчем спускаются вниз. Это, я не знаю, как только так можно назвать это. Так, рассмотрим это детально. Валторна у нас CineSample, Sine Brass Pro. В чем смысл? Так, смысл в том, то, что у нас есть... О, у нас есть такая идея. Например, в треке надо, чтобы труба, то есть
Валторна перешла в ноту си бемоль. В эту. Из этой, но плавно. Прошла до си и си бемоль. Сыграть вот так вот будет не очень красиво. А вот если мы применим пич, если применить пич, пич, кстати, открываем валторны, вот так вот убираем, и здесь появляется панелька. В панели есть пич. Автоматизируем его, как сделал я. Вот здесь вот. И опускаем его вниз. То есть до того момента, до которого нам нужно опустить этот звук именно в треке. То есть можно растянуть ее, можно уже сделать, но у нас просто по скорости получается так. Заканчивается первая часть, сейчас начнется вторая. У нас отсюда добавляется второй орган, третий орган. Вот он, третий орган. Второй орган значит, у нас играет такую мелодию. Опять же, это лексикон. 64% микса. Добавился рояль. Она дублирует... Вот это, да, мелодия у органа, только аккордами. То есть вместе с органом. Сейчас мы включим отдельно отсюда. То есть вот так звучит орган. Вот так звучит орган с роялью. Уже красиво, кстати. Добавляем второй орган. Добавляем третий орган. Thank you.
Вот здесь у органа добавляется еще одна нота на октаву выше. Сейчас будет нижний регистр. Следующий момент. Тут, в принципе, это мало инструментов. Скрипки. Скрипка 2. Вот включаем вторую скрипку. Включаем гобой. А здесь у нас вступает зебра, да, следующий как бы плагин. Из-за этого, так как вступает другой инструмент, я немножко акцентировал скрипку. То есть сделаю ее чуть погромче. Сейчас я включу зебру, чтобы вот наглядно видно. Зебра 2 это тоже пресет, правда, не зиммерский. Ну, тут много пресетов, можете разные выбирать, накручивать, выкручивать их, какие хотите. То есть чудом вот этот подошел сюда в трек. Рояль. Сейчас разберем рояль. Рояль. Здесь то же самое, все очень просто. Опять же, лексикон, большой холл, 100% микса, учитывая ту же картину, то, что у нас трек космический, поэтому я не стал делать. Ну, слышно. Можно, в принципе, сделать было 75. Можно и 100. Разницы никакой особо не имеет. Мы поставим 75. Так, теперь рояль. Значит, первый концерт Grand. Это у нас фирма Impact Soundworks. Правильно, да? Impact Soundworks, вот она. Это основная рояль, которую я пользуюсь вообще вне зависимости от трека. Ну, она как-то, не знаю, больше мне нравится, чем остальные по качеству. Примерно вот так вот она и звучит. Новую, которую я для себя открыл, она называется Una Corda. Una Corda, так, это у нас от Native, да. Сейчас еще раз даже проверим. Ну, правильно, да, все, это от Native библиотека.
Заглушим этот рояль. Вот у нее такой звук. А вместе в миксе с этой роялью, которая у нас Pure Concert Hard, Grand, вот звук. Так, сейчас вместе наиграет. Звук у нас получается уже более такой естественный. Ну, естественно, если еще накинуть сверху лексикончик, то будет вообще все отлично. Давайте дальше. Так, значит, у нас рояль идет, орган, второй, третий, зебра, скрипка, гобой. Так, тут больше ничего нет, пад космический продолжает играть. Сейчас рассмотрим вот эту часть. То есть вторая часть у нас состоит из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну, 8 звуковых дорожек. 8 инструментов. То есть из 8 инструментов состоит вторая часть. Так, здесь у нас идет нарастание, то есть здесь используются валторны обычные от East-West. Они рассматривались уже в первом уроке. А, библиотека Evagrid. Знаете, я бы так сказал, скрипки с эффектом дисторшена, как будто. Ну, мы сейчас отдельно рассмотрим. И здесь для акцента идет, это я просто записал через Edison, библиотека разных хитс от Native инструмента. То есть она тоже рассматривалась в первом уроке, вы отлично знаете. Вот, просто подобрал для себя самый оптимальный звук. Вот, записал через Edison и обрезал, чтобы вот этого хвоста здесь не было, потому что нам надо, чтобы здесь уже звук оборвался и начиналась третья часть. Давайте прослушаем отдельно валторну. Угу. Вот эти валторны. Thank you.
Так, значит, ничего особенного, в принципе, нет в этих лабораторных. Рассмотрим Evagrid. Evagrid — это от Spitfire Audio библиотека. Она, кстати, вот этот один инструмент — это и есть ее библиотека. Есть вот эти вот шарики, их можно переставлять. И звук, естественно, меняется. И отдельно послушаем звук. Вот это. Ну, это все обычный Rise Effect. Ничего особенного тоже. Но в сумме это дает вот такое звучание. Как-то так. Давайте подведем итоги. То есть у нас разобрана первая часть, состоящая из первой скрипки, второй скрипки гобоя, зебры, женского вокала, космического пада. Космический пад, он идет в первой, второй части, в третьей части его не будет. Здесь также идет саб-бас, а валторны, которые играются питчем вниз. Естественно, это не обязательный инструмент, просто ну, я решил такую фишку сделать в данном треке. Так, орган. Все, это первая часть. Во второй части тот же орган продолжает играть ту же мелодию, добавляет второй орган, третий орган. То есть второй орган дублирует рояль, играет такую же мелодию. А первая рояль, она дублирует вот эту мелодию органа, которая играется таким не совсем отрывистым стаккатом. Так, это скрипка 2 и гобой. И добавляется еще зебра 2. Тоже мелодия у нас дублируется от органа. Все. Так, частями сейчас еще прослушаем. Пошел переход во вторую часть. Давайте сразу начнем отсюда. Переход в третью часть. Дослушаем третью часть и разберем ее. Thank you.
закончил, значит, третья часть. Как она строилась. То есть все начиналось с рояль. Берем, значит, отключаемся. Так. Идея была такая. Здесь играется арпеджио. Первый такт, второй такт, арпеджио. И потом идет модуляция на асдо, на си бемоль. Арпеджио, для тех, кто не знает, играется следующим образом. Сейчас нота А. То есть, например. И потом... О, так не видно будет. Берется до. Нет, не до. То есть, играется до. До, ля, бемоль, фа, до. Потом убирается до. Играется от ля бемоля. И ля бемоль переходит ниже. То есть потом от фа. Потом от до. Потом опять от ля бемоля. Потом от фа. Ну и так далее. Здесь, значит, у нас игралось арпеджио в две октавы. Потом происходит модуляция, то есть зажимаете Shift-Ctrl это, и нажимаете левую кнопку мыши, это выделение. У нас было до. И перешло на си бемоль. Вот и как бы вся тема. Раз, два, три, четыре. И потом идет модуляция уже всей этой темы. На полтона вниз. Выглядит это таким образом. Или наверх. Я уже не помню. Да, то есть на полтона вверх. Было до. Стало. Стало до диез. То есть рояль у нас раз, два, четыре. Потом модуляция. В принципе, вот эта вот часть, это и есть вся тема. Все остальное, вот это вот, это уже собрано просто из частей, чтобы закончить трек. Потом на эту рояль сразу пишется скрипка спиката. Ну, мне так удобно, может, там как-то удобно по-другому. Может, с баса начать. Просто я как бы сразу... экспериментирую со всеми инструментами. Так. Скрипка спиката. Обработка 40% холла. Здесь я чуть-чуть высоких убавил. Кому интересно. А спиката библиотека это библиотека Elbion, а Spitfire Audio, вот так она выглядит. Ну тут есть, например, еще легато.
Значит, идет тема рояля, потом спиccato, потом спиccato модуляция, ну то, что уже да, заканчивается здесь эта часть. И еще одно спиccato, это вроде тот же канал. Да. Тут такая мелодия. Следующим шагом будет бас. Пока я его не включил, расскажу сразу про бас. Бас это, значит, у нас триллиан. Вот так вот она выглядит. Тут могуский синтезатор. Опять же, пресеты вы выбираете сами, то есть какой вам, по звуку ближе подходит к треку. Потому что здесь есть и акустический бас, и электробас, и синтезированный бас, и бас в моно от синтезатора. То есть здесь и арпеджио, тут есть всякие ритмические звуки. Так, ну включаем бас. Все, и здесь уже пошла модуляция. Ну, той же самой темы, только на ноту вверх. Так, дальше у нас будет флейта. Пусть будет у нас дальше флейта. Так, послушаем флейту. Флейта это оркестр Тулс, тоже Берлин. Деревянные духовые инструменты. На канале находится лексикон 30% микса. Так, и дилей. Дилей обычно щелкаю пресеты. Ну, иногда время подкручиваю здесь, чтобы быстрее, как бы, сигнал проходил или медленнее. Так звучит без дилея. Так сделаем. Ну, это как фишка просто. Не знаю, мне нравится так делать на спиккато скрипки иногда. Но это опять же зависит все от трека. И здесь делать где-то, ну, я, конечно, на глаз делаю вот так вот крутилочку. Ну, процентов здесь написано в этом углу на 7,7, 7,6. Так, возможно, каша может получаться. Я решил делать смычки вместо ударных. То, что ударные здесь как-то, ну, не к месту были бы. Потом оставил смычки. Значит, смычки — это мурал. Тоже от Spitfire Audio, то есть два инструмента мурал. И симфобия. Так. Звучит на самом деле это вот так. Добавляем первый дилей и второй.
у них получается свой такой ритмический рисунок. Потому что без второго дилея как-то будет уже не так звучать. Ну и послушаем теперь это все вместе. Сразу повторюсь, пад здесь больше уже не звучит. Он вот выключен. Идет модуляция. Скрипка в самый последний момент. Так, синтезатор. Синтезатор у нас... где он? Фирма Dirty Modular. Где-то я записывал. А, Samplifonix тоже библиотека. На самом деле очень такой узкопрофильный синтезатор. То есть я сколько уже пробовал использовать его в разных треках, в разной музыке, вообще ничего не получалось. Вот он чудом зашел в этот трек. Сейчас мы послушаем его отдельно. Правда, он пощелкивает, вот это меня раздражает. Ну, пощелкивает в плане не из-за проблем звука, там, да, именно из-за проблем этого синтезатора. Вот из-за этого я его и не использую в основном нигде. Ну, вот здесь звук, он такой как-то прям под космическую тему подходит. Сразу вспоминаются какие-то отечественные мультики по космосу. Вот с этим звуком. Так, отключим скрипку пока. Ну вот все, третья часть готова. То есть... Включаем скрипку. Здесь то же самое, играет только без рояля, без еще одной спеккато скрипки, без смычков, без синтезаторов, без баса. Тут просто сап у нас идет для акцентов. То есть здесь я просто взял вот так вот рояль. Все те же вот эти вот инструменты. То есть примерно вот так это выглядит. Да, бас. Взял, скопировал их. Сделал их в один такт.
Просто я не знаю, здесь сложно говорить, это плейлист, такт. Вот это один такт. Или вот половина это один такт. Потому что это все-таки не нотная тетрадь. Потому что здесь FL считает в барах. То есть 140-141 это бар. Поэтому я не знаю. Квадраты это обычно 4 такта или 8. Кому как удобнее просто считать. Вот. Назовем это, да. Или... По идее, 1, 2, 3, 4 такта. Ну да, пусть будет 4 такта. Так. Ну вот, и как бы зациклил их вместе с басом. Поставил Evergrid эффект этот со скрипками. Ну и райс эффект. Так, сразу обращаю ваше внимание то, что вот здесь 2386, кто будет спрашивать, почему в прошлом уроке было 500, а тут уже она грузится. Потому что звук с FL я записываю в Edison. То есть вот. Записывается сюда. Из-за этого, так как Edison это 32 бита, он записывается в память FL. Все остальные инструменты, они работают от бриджа. Первая часть. У нас всего использовалось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 21 инструмент. Ну, там плюс эффекты, да. Как бы 21 инструмент, вот такой получается трек. Этап мастеринга. Вот так вот у нас изначально, значит, звучит композиция, которую я только что экспортировал. Обычно мастеринг делают уже на самой динамичной части композиции, а самая динамичная часть это у нас вот эта вот третья. Начинаем обычно с эквалайзера. Эквалайзер. Обычно нет такого как бы строгого какого-то правила, когда как поднимать эквалайзер, как опускать. Обычно поднимают и опускают эквалайзер до того момента, пока не слышат того изменения, которое было запланировано. То есть я всегда люблю чуть почище трек. Ну, конечно, я не буду так его поднимать, да? Хотя было, в принципе, неплохо. Нет. Я подниму так на 1,8. По
потом, если что, можно отрегулировать. Так, следующее, чем я обычно работаю, это озон. Стоп, стоп, что-то уже трек заигрался. Почему я взял озон? Озон для меня лично удобнее. По озону я смотрел сам видеоуроки. Где-то трехчасовой курс, еще давно. Году, может, в 10-м. Вот. Поэтому для меня, как бы, ну, озон — это всегда мастеринг. Значит, начнем. Кнопка Detached включена. Это значит, плагин будет поверх окон. То есть я нажимаю сюда, а плагин остается, если я... Ну, это можно на клавиатуру D нажать, английскую. Мы нажимаем, и он уходит за то окно. Иногда просто это удобно при мастеринге. Значит, начинаем с этой части. Включаем мультидинамический компрессор. У нас просто выключен был озон. Вот. Уже меняется звук. Что здесь было изменено? Здесь в низких частотах была немножко скомпрессирована вот эта часть на 1.2. И гейн я поднял на 2. То есть... Но опять же, я же не буду вам рассказывать, как это все работает детально. Если вы не умеете работать в озоне, то для этого существуют отдельные уроки. Я просто лишь показываю то, что я делаю компрессию, я делаю стереокартину, значит, эквализацию, потому что это как бы стандарты. Вот, объяснять почему или как я это делаю, я просто показываю. А саму детальную работу, вы можете другим компрессором пользоваться, вы можете другим эквалайзером, вы можете стандартным эквалайзером пользоваться. Вот. Также я пользуюсь Slate Digital. Это максимайзер. Использую максимайзер их фирмы. Вот. И также смотрю пики и RMS трека. То есть можно все это отключить. Ну, давайте пошаговую инструкцию будем делать. Значит, компрессия у нас здесь. Немного приподнял средних на 1 дБ. Опять же скомпрессировал по слуху, по картинке. Здесь высокие, средние. Да, 2 дБ. Ну и немножко высоких на 3. Просто мне больше нравится чистый звук. Вот. Ну, опять же, чтобы правильно все отмастерить, надо еще правильно все свести. Потому что если у вас будут плохие сэмплы или плохое сведение, некачественное сведение, неправильно подобранные реверберации, там, не знаю, ну, если, например, взять ударные, неправильно прописанные ударные, неправильно выбранные ударные, не под тот трек, они будут не в миксе, то как бы мастеринг, он только усугубит всю ситуацию. Так, значит, опять включим с этой части. Динамическая компрессия выполнена. Опять же, все в меру. Стереокартина. Обычно также на слух. Можно так оставить. Thank you.
SLA Digital. Значит, так, он включаем его. Он показывает пики и RMS трека, то есть динамику трека, динамический диапазон. Здесь я пользуюсь только максимайзером. Включаю максимайзер. То есть это он отвечает за общую громкость трека. Можно, конечно, рискнуть и сделать так. Но это будет очень жестко. Поэтому обычно где-то 1,5 децибела вполне хватает. Это также зависит от того, если, например, какие-то проблемы уже с выведенной дорожкой, что она начинает клиповать вот в этих значениях верхних. Показывают вот такие вот красные значения, то, что есть перегруз, как бы появляются пики. Ну, бывают такие композиции выходят. Очень, правда, редко. Единицы. И обычно понижают входной сигнал. Ну, не на 3, естественно, но, например, пик 2. Ну, значит, мы понизим на 2. Да, образное. Минус 2, чтобы не было пика и перегруза. И при этом, если у нас такая ситуация происходит, то в своей диджитале или в другом максимайзере, который вам удобно будет, мы и будем поднимать вот тоже на 2, чтобы вернуться к тому значению громкости, которое было. Но опять же, это все надо слушать. То есть здесь у меня такой ситуации нету, поэтому... Это, в принципе, весь мастеринг. Просто рука уже набита, поэтому... Конечно, иногда приходится в сложных ситуациях сидеть, выслушивать каждый звук. В каких-то треках можно добавить реверб. Например, мне нравится CSR Classic Studio Reverb. В классическом холле. Нет. Что я говорю? В оркестровом холле. Процентов 10. Ну, это опять же зависит от трека. Про корпорейт, или у вас будет там рояль только одна играть, или такой вот трек оркестровый, как сейчас. То есть иногда реверберация, она помогает увеличивать динамику трека. Хвосты слышно. Вот. Но здесь такого не нужно. Так. Ну, в принципе, все. Вот весь мастеринг. Какие-то, если у вас будут вопросы по треку, можете писать мне в личку или задавать вопросы в группе. На этом, в принципе, все.